Митчелл. Хорошо, и бросок мимо. А так все классно было разыграно. Не было возможности, конечно, у Павла Порядина получить шайбу. Бросок и гол. Это Митчелл. И это хет-трик Митчелла. Поздравляем с первым хет-триком в континентальной хоккейной лиге нашего легионера. Закари Митчелла восстановился он наконец после травмы и показывает классную игру. 5-2 у нас счет, и полетели у нас шапки на лед. Была и вторая, вот сейчас судья поднимает ее. Классная традиция национальной хоккейной лиги. Бросают не только шляпы, но и мягкие игрушки, которые потом идут в детский дом. Удовлетворительно. Повтор момента. Уайт, хорошая передача и бросок.